Здравствуйте, уважаемые любители борьбы. Сейчас я хочу продемонстрировать вам комплекс упражнений с блином, которые я выполняю для своей подготовки в борьбе. Блин вы можете выбирать различные массы, можете 25 килограмм брать, можете 20, можете 10. Все зависит от ваших сил и возможностей. Этот комплекс выполняется по 30 секунд, каждое упражнение делается. Если вы более подготовлены, можете каждое упражнение делать по минуте и больше. Вот я беру блин, держу его перед собой. Руки немножко согнуты в локтях и начинаю поднимать блин вверх. Когда я его поднимаю вверх, я делаю вдох, когда опускаю вниз, делаю выдох. Сделал минуту. Перехожу сразу к следующему упражнению. Круговые вращения вокруг себя. Раз, два, три, четыре. И дышу. Дышать тут можно произвольно. Сделал минуту. Сразу перехожу к следующему упражнению. Круговые вращения только в другую сторону. Хорошо прорабатываю руки, отвожу назад. Блин работает назад перед собой. Сделал в другую сторону. Сразу перехожу к следующему упражнению. Блин забрасываю назад и выпрямляю руки. Когда блин внизу, я делаю вдох. Когда выпрямляю руки, выдох. И дышу. Сделал. Следующее упражнение. Блин взял перед грудью. Руки согнуты. И делаю небольшой прыжок. И руки выпрямляю вперед. Когда руки перед собой, я делаю вдох. Когда выпрямляю руки, выдох. Сделали. Забросили блин назад, положили его вот так вот, держим руками, и он лежит вот на голове и на плечах. И делаю приседания. Когда приседаю, делаю вдох, когда выпрямляю ноги, выдох. Большое спасибо. Надеюсь, что этот комплекс поможет вам в вашей подготовке в борьбе.